И пусть поколения помнят, на центральной площади города развернулась концертная программа. В этот светлый праздник для жителей выступают артисты областной филармонии имени Акана Сере. Представят сегодня порядка 50 номеров. Выступают как коллективы, так и сольные исполнители. Услышав «Смуглянку», тяжело сдержаться и не начать подпевать. В репертуаре сегодня самые известные песни военных лет. «Катюша», «День Победы», «Поклонимся великим тем годам». Эти композиции знакомы всем с детства и давно поселились в сердце у каждого. Те песни тех лет, военных лет, на которых мы росли, на которых мы воспитывались. И на сегодняшний день мы свое песенное сердце несем всем жителям города Петропавловск. Готовились мы очень серьезно, месяц готовились к концертной программе. Подбирали индивидуальный репертуар. Я думаю, что наши петропавловцы, жители, гости нашего города будут очень довольны. На площади можно увидеть много молодых людей с портретами своих предков. Деды, отцы, братья. Многие из них не вернулись с фронта, а кто-то и вовсе пропал без вести. Сегодня их потомки с гордостью несут память о своих героях. Это мой прадед, участвовал в Великой Отечественной войне. Зовут его Усольцев Алексей Иванович. Это очень важно помнить, потому что без прошлого нет настоящего. Мы должны помнить, чтить наших отцов, прадедов, дедов. Это мой папа. Он воевал с 42 года. Из Уфимского училища отправили под Сталинград. Ему было сначала 17 лет. От Сталинграда шел, 17. Потом уже, когда подходил к границе Венгрии, он, знаете, ему было 19. И после Венгрии они 40 километров прошли по Югославии, а затем в Австрию и дошли до Вены. И вот как раз они там даже концлагеря освобождали в Вене. Да, такая тяжелая история. Это мой дедушка, без вести пропавший в Тверской области, 27 лет. Вот все, что осталось от него. Диана Салихова, Азамат Баймукан, МТРК.